Но, тем не менее, как вас зовут? О, господи! Ну, то есть, я вообще могу болтать хоть весь день без остановки? Ну, ты понимаешь, Лазло? Нет, не совсем. Как вас зовут и для чего вы позвонили? О, ой, прости, я Мария, знаешь, Мария, как мама Мия, но немножко по-другому. Ну, эти муж... Этот подонок МакЭфри брал взяток больше, чем все остальные. Он рассчитывает на почетную отставку в обмен на показания против нас. Хренов стукач. Он под вооруженной охраной в здании защиты свидетелей в Ньюпорте за автостоянкой. Подожди квартиру. Это выкурит его наружу. Догони его и заставь замолчать навсегда. Что вернулось назад? Надежда! Мечта! Вера! Вера во что? Слушай, Дженнифер, я восхищаюсь твоей страстью, правда? Но за что люди будут маршировать? О чем этот митинг? О справедливости, господин Лоу. О шансе просиять и изменении к лучшему. А тысячи людей, по-братски марширующих рука об руку. И в их головах лишь одна мысль. Все изменится к лучшему. Приводите друзей. Ничто так не сближает, как возможность вместе шагать за справедливость. Приводите детей. Они могут рисовать фигуры для баннеров. И у нас даже будет художник, рисующий на лицах. А еще вегетарианское барбекю. Приводите родителей. Чувак, даже старики беспокоятся о будущем. Я понимаю, звучит как классный митинг. Но мы не политическая станция. А ты так и не сказала нам за что... Покупаете подарок для парня, у которого есть все? Заходите на petsovernight.com. У нас есть экзотические любимцы, включая тигров, кобр, ламантинов и белых носорогов. Доставляем сюрпризы. petsovernight.com. Доставляем маленькие комочки любви в коробке прямо к вашей двери. В нашей студии очень специальный гость. Его новая книга «Карате и пищеварение» уже 3 недели находится в топ-100 лучших книг по самопомощи. Он основатель «Сегодня и Дзен», «Дозио» и магазина натуральных продуктов в Трентоне. Зовут его Рид Такер. Добро пожаловать на Chatterbox! Благодарю, Лазло, для меня большая честь быть здесь сегодня. Итак, Рид, скажи мне, как тебе пришла в голову идея совместить боевые искусства и органические продукты? Ну, это как добавить к пицце мороженое. По отдельности очень вкусно, но их не стоит смешивать. Так, Лазло, это совсем не похоже на пиццу и мороженое. Последнее, как мы знаем, делают из молока. Я не переношу лактозу. А пицца, как тебе, наверное, известно, это просто сэндвич итальянского происхождения. И думаю, этого достаточно. Боевые искусства — это про дисциплину и физическое совершенствование. В моей книге, которую ты, очевидно, читал, я говорю об опасности цинизма. Лазло, ограниченный ум — это как сдатый кулак, а карате значит открытая рука. Это также может значить открытый ум. Если ты любишь пырей, то тебе понравится моя книга. Ну, я же не жвачная. Эй, парень, сюда! Мой старый армейский друг организовал бизнес в Рокфорде. Мы с ним служили в Никарагуа в те годы, когда правительство еще знало, что делает.
Вчера какие-то картельные сволочи избили его и сказали, что сегодня приедут за его товаром. Ему нужна помощь, а уж он в долгу не останется и даст тебе скидку на свой товар. Я бы сам помог, но что-то у меня седалищный нерв расшалился. В общем, удачи тебе. Отказаться от сыра. Он такой вкусный. Я смогла изгнать из своей жизни шоколадное молоко и телячье масло. И бегаю вокруг дома с ногами за головой уже 2 дня как. Мой муж сказал, что я выгляжу как та девка, возгоняющая дьявола. Я даже положила всю молочку на верхнюю полку холодильника. И поэтому теперь не могу достать ее с ногами за головой. Но я ослабла и начала сбивать вещи с помощью метлы. Что мне делать, Рид? Не беспокойся, дитя. Мы все слабы. Особенно ты. Закрой рот, бордоядный. Почему мне не пойти не погрызть хоть как горилла вазла? Наши предки не ели куриных крылов, так они жили в единстве с природой и экосистемой. Жили на диете из орехов, ягод и листовых овощей. А еще они бросали камни в свою тень и умирали от страха и старости в 2... Рэй мне звонил. Я думал, он пришлет побольше народу. Не могу поверить, что эти трусливые ублюдки снова оставили меня без прикрытия. Но 3 руки лучше, чем 1, так что бери все, что тебе потребуется. Колумбийцы прибудут с минуты на минуту. Если бы ты был в Никарагуа, может, я и не потерял бы руку. Если понадобится оружие, не стесняйся, бери из ящиков все, что нужно. Деньги оставь под полкой. А сейчас сваливай. С копами я все улажу. На 2 половины! Этот стол сделан из композитной древесной массы, обит фанерой под красное дерево, имеет 3 ящика и стоит под $100. Но Рид Такер собирается разнести его на 2 половины. Рид, давай. Дамы и господа, я уже представил этот стол в виде 2 половин, и сейчас я это воплощу. Драконий танец. Кия! Лава! Лава! Ты кажется, я сломал руку! Ой, мизинец странно выглядит! Ну что, Клате Патна, стол все еще целый. Спасибо, что притон на стол. Так, Лава, на смесками ничего не добьешься. Я думаю, что сейчас тебя ударю. Нет, меня за легко... Я знаю одного очень важного человека, очень понимающего. У него довольно экзотические вкусы и достаточно денег, чтобы их удовлетворять. У него проблемы с законом, и обвинение располагает весьма компрометирующими фотографиями вечеринки в морге или чего-то в этом роде.
Улики везут на другую сторону города. Тебе нужно протаранить машину с уликами и собрать все фотографии до единой. Как только соберешь все улики, оставь их в машине и взорви ее. Мы оба неплохо на этом заработаем, парень. А о чем ты? Я о том, что надо быть мужиком, Лазло. Хотя, судя по тому, что я слышу, ты об этом не... Баскетбол. Смотрите, во мне 7 футов роста, и я бегаю по площадке, постукивая мячиком. Говорю тебе, чувак, я выбираю только мужские виды спорта, как футбол или классики. Классики? Это же игра для девочек! Да нифига не для девочек! Только не классики регби! Стоит мне только начать, и я не остановим! Любого ушатаю! Я мастер классиков! У меня просто черный пояс по классикам, ясно тебе? Ну, я вроде понимаю, к чему ты клонишь, но ты бы тоже расшатался, если бы за последние сотни лет твоя империя распалась. И, к слову о распаде, пора распасть. И послушать рекламу. Никуда не переключайтесь. Ваш брак превратился в рутину? Ваша любовная жизнь исчезла искра? Хотите добавить немного приключений в монотонность Монаганы? Здравствуйте, я Фернандо Мартинес, основатель новых начал Фернандо, нового революционного метода спасения ваших браков. Мы понимаем, как ипотека и двое детей могут погасить даже ярчайшую страсть. С нашей трехступенчатой программой вы вновь откроете романтику. И это я вам гарантирую. Привет, меня зовут Фил. У меня трое детей, две машины и ипотека. Моя любовная жизнь превратилась в рутину еще до того, как моя жена попала в аварию. Тогда я позвонил в «Новые начала». И благодаря Фернандо я все еще жена. Но по средам после полудня я встречаюсь с Барбарой в мотеле «Ужасы». Видите, страсть вернулась. Профила спасен. И у его детей будет папочка, которого они будут уважать. Позвоните в «Новые начала» уже сегодня. Синко, 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 нуведос, нуведос. Это будет чудо. Я гарантирую. «Новые начала» Фернандо. Мы превращаем конец в новое начало. Мам, тут посылка! Но я ничего не заказывала. Что это? Какая прелесть! Это щенок! Все любят щенят. Мы доставим его куда угодно, если вы зарегистрируетесь на petsovernight.com. Petsovernight.com. Доставляем маленькие комочки любви прямо к вашей двери. Ну и кто сказал, что электронная коммерция — это не гениально? И, к слову о гениальном, вы на Chatterbox со мной, Лазло. Так что давайте послушаем, что беспокоит жителей Liberty City. Алло, вы в эфире? Я дозвонилась. Лазло, я думаю, что последние два звонивших являются прекрасным образцом манер в этом городе. Люди невоспитаны, и их ничего не волнует, кроме самих себя. Великолепный пример. Недавно я остановилась в универмаге, чтобы купить энергетический батончик, потому что я не завтракаю и не обедаю. Я подошла к кассе, и женщина за ней мне и говорит: $25, пожалуйста. Я достала чековую книжку. А этот парень сзади меня усмехается. Да ладно, у вас что, нет $2? Я говорю, вообще-то нет. Я потратила свои последние $2 прошлым вечером, покупая бензин по этим нелепым ценам. И кроме того, кто ты вообще такой? Ты что, не видишь, что у меня на футболке написано «Ищу лекарства»? Люди так безрассудны. И не говори. Мне звонит каждый безрассудный идиот в этом городе. Люди думают, что у меня нет чувств. Точно. Другой великолепный пример. Недавно я около больницы ела ланч с моей девушкой Челес. И вдруг какой-то маньяк заехал прямо на мой бампер. Мигает фарами, и я говорю: «Эй, парень, стоп-сигнал! Ты не имеешь права сигналить и мигать!» Тогда он через мегафон говорит, что для женщины в монстре отмайбаться, пожалуйста, съедьте на обочину. Ты можешь поверить в это? Нет, ну, то есть у кого есть мегафон, прицепленный к машине? Люди в наши дни стали такими несносными и невоспитанными. Вот я говорю своей няне, чтобы она научила моих детей манерам. Ну, сегодня мы многое поняли. Привет, звонящий, ты на линии? Привет, Лазло. Эта женщина сказала, что у нее есть няня. Фредди нужна няня, потому что Фредди очень непослушный мальчик. Нет, никаких нянь. Следующий звонящий, ты на Chatterbox. Джейн Сигельмарская, пехота США, 2
угадаю. Армия. Армия может получать послушание и обеспечивать хорошие пенсии. Современные детишки думают, что станут миллионерами. И посмотри, куда их привел интернет. Никуда. Это тупик. Дядя Сэм заботится о своих парнях. Даже девушка. Если бы больше народа служило в армии, то страна была бы куда лучше. Еще кое-что добавлю. Думаю, мой напарник стукач. Нужно побыстрее заткнуть ему пасть. Обычно по вечерам он рыбачит на своем катере возле маяка на Портленд-Рок. Угони полицейский катер и отправь этого чертова стукача на дно. Хватит ему рыбу ловить. Пусть он ее хорошенько покормит. Спасибо за урок истории. Так, ладно, привет, звонящий, ты на чат-бокс. Да? Это Лесла? Он самый. Как вас зовут? Мое имя не имеет значения. Вот вообще не имеет. Понятно? А, вообще-то нет. Это радиошоу, и мы привыкли, что люди говорят нам свои имена. Мое имя не имеет значения. И если ты будешь строить из себя умника, то ты лично поймешь, насколько. Ровно в тот момент, как пуля пройдет через твою черепушку. Я понятно объясняю? Вполне. А зачем вы позвонили? Потому что мне нужен совет. И не надо только отшучиваться, иронизировать и прочего дерьма. Нам придется вас отключить, если вы еще раз ругнетесь. Это семейное шоу, тут так нельзя. Прости, прости. Просто у меня проблема. Это выводит меня из себя. А все из-за моей мамы. Она не считает меня настоящим мужчиной. Можешь себе представить. Ну, то есть, я делаю все, что подобает мужчине. Но она продолжает вести себя со мной, как с малышом. Она не затыкается со своим «твой отец то, твой отец это, ты не настоящий мужчина, Тони». И это буквально сводит меня с ума. Понимаете, Тони? Тони? Чего ты взял, что меня зовут Тони? Этот звонок отслеживается? Потому что если да, то...
теперь только твой. Да, дорогая, мне больше не надо платить проституткам. Перестаньте быть куклишами уже сегодня. Помните, если вы жертвест, то это покажет даже романтический круг. Кто-нибудь есть в районе? I don't need to send the ID. You look trustworthy. Темный ублюдок! Ты все завалил! Речь идет о моей безопасности, а ты даже человека не можешь убить! Я хорошо заплатил, чтобы ты убрал стукача, а он выжил! Сегодня этот урод собирается давать показания! Его с минуты на минуту повезут из госпиталя Карсон, что в Рокфорде! Если он заговорит, я тоже всех сдам! Десять сорок три в Ньюпорте. Всем постам, он заглотил наживку. Огонь на поражение. Огонь на поражение. Распродажа пончиков на 8-й аллее. Повторяю, распродажа пончиков на 8-й аллее. 10-4. Центральная, 10-4.
Во-первых, я хочу поблагодарить вас за услугу, которую вы мне оказали. Люди всегда пытаются истолковать все по-своему. По моему опыту, преданность такого человека, как вы, можно купить. Но банде любых денег будет мало. Один мой ценный знакомый – старый джентльмен-азиат. Его держат в заложниках какие-то южноамериканцы в Аспатрии. Назначенную ранее сумму выкупа пытаются увеличить, но я не привык менять условия сделки. Сделка есть сделка, и я не заплачу сверху ни единого гроша. Вы должны спасти моего друга любой ценой. Десять сорок три в Ньюпорте. Так, у меня тут труп, работаю. 10-7. 10-7, работайте. Штыки успешно конфискованы. Пойду перекушу. Семьдесят три девятнадцать. Хватит при... Табаби, согласны? Я слышу лишь Горацио. Говорю тебе. И, к слову о невозможном, нам дозвонилась Джейн из Пайн Гроув, и она хочет поговорить о том, как сложно быть родителем. Привет, Джейн. Привет, Лазло. Мне нравится шоу. Я звоню в первый раз. Я хочу поговорить о видеоиграх. Они деформируют мозги наших детей. Бьюгл, собака моего сына, попала под грузовик. А он говорит: «Мама, мама, где кнопка загрузки?» Нынешние дети думают, что жизнь – это игра. Но жизнь не игра, Лазло. Не все очень и очень серьезно. Я дала своему ребенку играть в видеоигры. И теперь он бегает вокруг дома в поисках золотых монет. Игры учат наших детей гоняться за деньгами. Мой старший ребенок играет в эту новую видеоигру про обезьянку Ко.
Да, я о ней слышал. А сегодня мне позвонил учитель труда и сказал, что Сэм на уроке смастерил самодельную банановую пушку, после чего стрелял бананами в ресторан быстрого питания через улицу. И это все из-за видеоигр. Лазлы, у жизни нет кнопки сброса. А у этого шоу есть. Обожаю эту кнопку. Знаете, на этом шоу... Ничто так не сбивает цены на недвижимость, как старая добрая война банд. Ну, разве что кроме вспышки чумы, но это уже будет излишне в нашем случае. Я слышал о натянутых отношениях между якудза и колумбийцами. Попробуем извлечь деловую выгоду из этой ситуации. Я хочу, чтобы вы убили Кензи Касана, вакагасира якудза. Сейчас у Кензи деловая встреча на крыше многоэтажной парковки в Ньюпорте. Достаньте машину картеля и разделайтесь с ним. Якудзы должны подумать, что это картель развязал войну. Уверен, что детские психологи сказали бы, что порка вредна для эмоционального развития ребенка. Абсолютная чушь, Лазла. Это прекрасно. Фредди нужна няня. Ему нужна няня, Лазла, потому что Фредди был очень непослушным мальчиком. Сколько вашему сыну лет? Что-что? Сколько вашему сыну лет? У меня нет детей. Не выношу этих надоедливых созданий. Но Фредди нужна няня. На этом мы закончим. Ребят, кто дал ему грин-карту? Так, ладно, вы на Chatterbox, и мы говорим о коротышках, нянях, налогах и о чем вашей душе угодно. Привет, звонящий, ты на Chatterbox. Я насчет того парня, что говорил вам. Вернемся после рекламы. В сегодняшнем мире с постоянно растущим темпом даже доля секунды может оказаться решающей между достижением вашей мечты... Эй, я только что получил Нобелевскую премию мира! ...и провалом. Поездка сегодня будет рестлинг. Все больше американцев понимают, что если не владеть самыми последними и величайшими достижениями техники, то они останутся позади. Я не проапгрейдил мой персональный органайзер, и через 2 дня у меня нашли неизлечимую болезнь. И именно поэтому вы обязаны посетить жаждущих помочь вам людей в домах завтрашнего дня и дать им установить вам все технологические новинки 21 века. Всего за 20 тысяч долларов. Thank you.
нас в гостях Фернандо Мартинес, основатель новых начал Фернандо, революционного способа спасения ваших брагов. Фернандо, здравствуй. Благодарю, Лазло. Для меня честь находиться здесь. Я будто благословлен. Спасибо. Так что за новые начала такие, Фернандо? Я могу сказать лишь то, что это чудо, благословление и революция семейных отношений. Для моих людей брак — это, как бы выразиться, святой. Узы между отцом и матерью прописаны на небесах, а воплощаются в спальне, если ты понимаешь, о чем. Ну, вроде понимаю. Для моих людей брак — это самая священная и неприкосновенная вещь. Но чтобы брак был счастливым, он должен одновременно ощущаться. И как бордель, женщина должна уметь очень и очень много. Вести домашнее хозяйство, готовить, менять пеленки у детей. И она должна быть также и шлюхой, самкой в постели, с воображением, экзотикой, постоянно свежей. Из-за ханжества властей некоторые ценные товары очень сложно импортировать. Сегодня ночью над гаванью пролетит легкий самолет. Он сбросит в воду несколько пакетов. Обязательно соберите их прежде, чем это сделает кто-либо другой.
Превратился в рутину? Ваша любовная жизнь исчезла искра? Хотите добавить немного приключений в монотонность моногами? Здравствуйте, я Фернандо Мартинес. Отличные новости для жителей Шарсайда. Инженерам наконец удалось восстановить механизм Стантонского подъемного моста, и движение в сторону Шарсайд-Вейл и Стантон-Айленд официально восстановлено. Видите, также имеется 900 станций, 300 телевизионных каналов, 4 сети, 3 спутника, 10 сенаторов. Спасибо! 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 Вы слушаете Head Radio, и уже 60 лет мы являемся роком Liberty City. Я диджей Майкл Хан. За тобой нет хоста? Хорошо. Ну все, я перешел дорогу серьезным людям, и мне крышка. Я так понял, что ЦРУ имеет долю от продажи спанка. Им не понравилось, что мы мешали картелю. Я у них на мушке, мне нужно быстрее свалить. Отвези меня в аэропорт на мой рейс, и я хорошо заплачу. Помните музыку? Помните одежду? Не думайте о будущем. Flashback FM. Я Тони с Flashback FM. А эта песня для любителей потрясти задницы. Если вы понимаете, о чем я. Потом болит.
дать тебе ключ от тайника. В нем я на черный день припрятал наличные и кое-какие полезные вещички. Увидимся! Так она в огне. А я вот не была. Нет, я делала всякое безумное. Но в огне не была. По крайней мере, насколько себя помню. Ваше радио в районе 90-х, а мозг застрял в 80-х. Зарегистрируйтесь на petsovernight.com, и мы отправим вам приятный сюрприз в виде симпатичного котенка. petsovernight.com. Доставляем маленькие комочки любви в коробке прямо к вашей двери. Терпимее, менее надоедающее, больше разного шума между песнями. Станция, которую вас предупреждали родители. Больше рекламы, меньше музыки, больше конкурсов. Меньше политических высказываний. Вы находитесь на Head Radio. Head Radio? Спасибо, что привезли мне те пакеты, но они были всего лишь приманкой. Простите, но иногда в бизнесе приходится идти на это. По-настоящему важный груз до сих пор в самолете. К несчастью, власти аэропорта задержали самолет и начали его обыскивать, пока не вмешался я, заплатив крупную сумму. Поезжайте в аэропорт Фрэнсис через мост в Шорсайт Вейл. Власти уже получили вознаграждение. Моя посылка ожидает вас в самолете на таможне. Бросила целых 50 килограмм и бустик. Дистов Liberty City! У нас сейчас больше членов, чем когда-либо с 1977 года. Нудист возвращается. Множество людей идут в нудисты и постигают его духовную сторону. Что? Быть в компании голых девок? Я вижу плюсы, но мне кажется, что в одежде их все-таки побольше. Хотя бы не получится себя зажарить. Мы не свингеры. Дело не в сексе, а в гармонии с миром. Все, хорошо. Флаг тебе в руки. А теперь время для социальной рекламы от Дональда Лава. Здравствуйте. Я Дональд Лав. Под моим надзором за последние 5 лет Лав Медиа стал самым крупным мультимедийным конгломератом Америки.
газеты, телевидение, радиостанции в Америке и остальном свободном мире, ровно как и широкий набор индустриальных и технологических интересов, позволяет нам с уверенностью заявлять о том, что мы предоставляем вам правду в каждой новости. От фильмов до собачьей еды, от радио до поп-музыки. Вы всегда можете быть уверены в независимости и качестве продукта. И именно поэтому мы являемся самым быстрорастущим поставщиком кабельного телевидения и медицинских страховок во всем Северо-Востоке. И, соответственно, установка нашего спутника в Китае – это то, чем может гордиться каждый американец. Мы в Love Media гордимся тем, что сделали для Америки, и тем, что помогаем каждому работающему гражданину отдыхать после рабочего дня. Для инвестиционных возможностей и информации о нашем новом интерактивном ТВ-сервисе посетите www.lovemedia.tv. Прям мурашки. Так, линия 8, привет, звонящий. Маркетинговой компании и всю ночь делает ксерокопии. Черт, днем он спит, а ночью очередные 8 штук зарабатывает. И теперь я могу позволить себе прицеп для лодок. Вот как тебе это? Слушай, ну это эксплуатация какая-то. Эксплуатация? Да ты шутишь? Джонни, мое дитя, как я могу эксплуатировать то, что принадлежит мне? Эксплуатация? Ты прям как коммунист говоришь. Дети в России не работают. Вот почему-то все так плохо. Им приходится месяц ждать туалетной бумаги. А их орбитальная станция сделана из емкости для молока. А мы живем как подобающие американцы. И нет ничего более американского, чем иметь работающих на тебя людей. Это как-то угнетающе и даже деспотично. Точно, Ласло. Ты попал прям к яблочкам. Я даже спорить с тобой не буду. Но мне жаль вашего маленького Джонни, 7-летнего повара, трубочиста, ассистента адвоката, оператора Ксеркса, потому что его отец – идиот. Перерыв на рекламу. У нас с Филом появился еще один ребенок, поэтому, конечно же, нам нужен еще больше внедорожник. Быть мамой нелегко, особенно с кружками по футболу, регби и лакроссу. Так что мы купили нового монстра от Майбацу. Он такой большой, что однажды мы час не могли найти в нем нашего Джоуи. Когда я еду за покупками или говорю за рулем по телефону, я знаю, что моя семья и я в безопасности. А учитывая, что монстр от Майбацу не просто полноприводный, но еще имеет режим амфибии, не можно пересекать реки. Я, конечно, пересекла лишь пару луж, но приятно. I'm going to kill you. Wrong, you
Давай увезем дипломат отсюда. Черт знает, что там внутри, но раз ему так захотелось это заполучить, наверка что-то ценное. Кто, черт возьми? Ты! Успокойся, Амиго. Но и надо. Ты же должен был сдохнуть в том чертовом закоулке. Не стреляй, Амиго. Без базара. Мы все здесь друзья. Не вот, будь таким трусом! У нас нет выбора, крошка. Выбор есть всегда, чертов ублюдок. Прости, это бешеная сучка. Это все она! Они все такие. Итак, шлюха убежала. Но ты оказал мне услугу, ведь ты не единственный, у кого с картелем счеты. Этот мерзавец убил моего брата. Я никогда не убивал якудза. Лжешь! Мы все видели наемника картеля. Мы выследим и убьем всех вас, колумбийские собаки. Я поработаю над нашим другом, чтобы получить информацию. И для удовольствия. Увидимся позже. Уверена, мне понадобятся твои услуги. Пожалуйста, Амиго! Не оставляй меня с ней! Она ненормальная! Амиго! Эй! Эй, Амиго! Амиго! Хотите жирафа? Уже доставлен? Просто зарегистрируйтесь на petsovernight.com и отправим вам приятный сюрприз в виде симпатичного жирафа. petsovernight.com. Доставляем маленькие комочки любви Вы на чаттербокс со мной лазла. После того, как меня выпили с рок-станции. Так, поговорим с людьми об их жизни. Алло, вы в эфире? Привет, Лесли. Меня зовут Линда. Я очень люблю твое шоу. Всегда слушаю его на промывке толстокишки. Я хотела поговорить об интернете. Ну, знаешь, информационное шоссе, всемирная паутина. Да, я знаю о нем. Все. Разве он не удивителен? Я считаю его просто потрясающим. А вот скептики говорят, что он не более чем кучка дерьма. Как можно быть такими тупыми? Он замечателен. Подумай. На вас можно положиться, друг мой. В наши дни это большая редкость. Моему азиатскому другу нужна охрана, чтобы отвезти мою новую покупку на проверку подлинности. Езжайте и убедитесь, что и он, и моя посылка безопасно добрались до Пайк-Крик.
форматы и смогу слушать ее, когда бегаю трусцой. Это же потрясающе! Я также люблю джаз, готов и зафилию, так что интернет для меня особенно полезен. И это изумительно! Раньше мне надо было выходить в социум, но сейчас в этом нет необходимости. Я больше не завидую золотой молодежи с их фотами и быстрыми тачками, купленными на деньги их родителей. Интернет спас мою жизнь. Это разговор прям вообще ни о чем. Ты можешь сказать хоть что-нибудь интересное? Однажды я придумала концепт декларации независимости. Феноменально. Вот и причина, почему в городе так много одиноких мужчин. Хорошо. Линия 79, вы на чаттербокс. Алло, это Лазло? Да. Вау, я на радио. Как волнующе. О, спасибо, спасибо, Лазло. Мы в эфире? То есть я в прямом эфире? Да. Я уверен, что это все очень волнующе, но тем не менее. Как вас зовут? О, господи! Ну, то есть, я вообще могу болтать хоть весь день без остановки? Ну, ты понимаешь, Лазло? Нет, не совсем. Как вас зовут и для чего вы позвонили? Прости, я Мария, знаешь? Мария, как мама Мия, но немножко по-другому. Но эти мужчины... Мужчины! Что за грязное слово из семи букв? Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Ребятки с радио все одинаковые, не так ли? Ходите на свои мальчишники! А о чем ты? Я женат! Какая удобная работа, чтобы не вызывать подозрений, да? Я знаю, какие вы там все на самом деле. Ты знаешь о мужчинах больше, чем я о дорогой мебели. Ну, вообще не отвлекай меня. Я позвонила с советом. У меня серьезные проблемы. Понимаешь, в общем, я знаю одного парня. И вначале он был добр ко мне. Был настоящим джентльменом, хоть и несколько староват. Вел себя он со мной очень хорошо, и когда все пошло не так, я нашла другого, очень привлекательного, но он неразговорчивый, и я не могу понять, нравлюсь ли я ему. И вообще, скажи, как понять, нравишься ли ты парню или нет? Как вы это показываете? Он хорошо со мной обходится, но мне кажется, что я не совсем интересен. Он всегда работает и зависает с парнями. Ой, ты же не думаешь, что он такой же, как ты, да? В смысле? Он тоже на радио работает? Вряд ли. А вы слушаете Чаттербокс, где ваше мнение имеет значение, или мы хотя бы притворяемся, что это так. А, линия 4, алло, как вас зовут? Дженнифер из Рокфорда. Привет, Дженнифер, как дела? Я хочу уведомить как тебя, так и твоих слушателей о важнейшем шансе изменить вещи к лучшему. Завтра вечером в парке состоится митинг. Начинается в 7. Хоть можно и раньше, ведь мы весь день будем готовиться, раскрашивая баннеры и скандируя. И когда тысячи людей соберутся в парке, мы пройдем маршем к городской ратуше. Лазло, люди высказались, и говорят они, нет, не в моем городе. Поэтому, народ, если вы слушаете и хотите изменить... Не обращать внимания на что? На грабеж города теми, кто говорит, послушай, не своруешь, не проживешь. Больше никакого подстраивания, никаких простых решений для трудных проблем. Мы стоим за тем, что значит быть американцем. И добьемся того, чтобы что-то вернулось назад. Что вернулось назад? Надежда, мечта, вера. Вера во что? Слушай, Дженнифер, я восхищаюсь твоей страстью, правда. Но за что люди будут маршировать? О чем этот митинг? О справедливости, господин Лоу. О шансе просиять и изменений к лучшему. О тысячах людей, по-братски марширующих рука об руку. И в их головах лишь одна мысль. Все изменится к лучшему. Приводите друзей. Ничто так не сближает, как возможность вместе шагать за справедливость. Приводите детей. Они могут рисовать буквы для баннеров. И у нас даже будет художник, рисующий на лицах. А еще вегетарианское барбекю. Приводите родителей. Чувак, даже старики беспокоятся о будущем. Я понимаю, звучит как классный митинг. Но мы не политическая станция. А ты так и не сказала нам, за что вы выходите. Для чего все это? Слушай, ты хочешь помочь или нет? Я не знаю... и белых носорогов. В
доставляем сюрпризы. PetsOvernight.com. Доставляем маленькие комочки любви в коробке прямо к вашей двери. В нашей студии очень специальный гость. Его новая книга «Карате и пищеварение» уже 3 недели находится в топ-100 лучших книг по самопомощи. Он основатель «Сегодня и Дзен», «Додзё» и магазина натуральных продуктов в Трентоне. Зовут его Рид Такер. Добро пожаловать на Chatterbox, Рид. Благодарю, Лав, для меня большая честь быть здесь сегодня. Итак, Рид, скажи мне, как тебе пришла в голову идея совместить боевые искусства и органические продукты? Ну, это как добавить к пицце мороженое. По отдельности очень вкусно, но их не стоит смешивать. Так, Лазла, это совсем не похоже на пиццу и мороженое. Последнее, как мы знаем, делают из молока. Я не переношу лактозу. А пицца, как тебе, наверное, известно, это просто сэндвич итальянского происхождения. И думаю, этого достаточно. Кукуруза — это часть боевых искусств. Лазла, я сейчас крайне серьезен. Моим учителем был 400-летний монах, который указал мне путь к просветлению через морковный сок. Так, если вы хотите задать вопрос Риду, то скоро мы начнем принимать звонки. Знаешь, мне кажется, у всех у нас была фаза, когда мы хотели стать ниндзя. У меня были китайские звезды и нунчаки. Это не фаза, Лазла. Это образ жизни. Благодаря строгой веганской диете я обладаю силой 9 человек. После утренней медитации и салата из бобовых я могу расколоть напополам автобус. Иногда я боюсь сам себя. Без обид. Знание — это сила, чуваки. Так что мы на Кейджа уважаем всех, чёрт. Урок бизнеса, друг мой. Если у вас есть уникальный товар, каждая собака постарается его отнять, даже не имея представления о его истинной ценности. Спецназ оцепил район, где находится мой друг с посылкой. Отправляйтесь туда и отвлекайте полицию. Пусть они погоняются за вами, а он тем временем уйдет. Музыка для души, тела, земли и воздуха. Музыка для зомбированных масс. Весь день, всю ночь. Единственная радиостанция в жанре даб работает круглосуточно. Приносим мир в ваши дома. Это Кейджа, а я Горацио Волч. Единственный пацифист в этом городе. Притормози.
тормозите, братья. Расслабьтесь, успокойтесь и не употребляйте спа. Всем постам. Подозреваемый в инкассаторском фургоне в районе Пай-Крик. Он вооружен и опасен. Разве не так? А на следующей неделе у нас будет ежедвухмесячный конкурс, на котором вы можете выиграть обед на двоих в любом фастфуд-ресторане на выбор. Ну, если вы выберете одного из наших спонсоров. Наконец-то! В горячей музыке появился новый голос. Приветик. Здрасте, здрасте! Это Энди на стальных колесах Липс 106. Интересно, а эти сидишники сделаны из стали? Сегодня мы говорим лишь о музыке. Мальчики и девочки, это Boys to Girls с песней, название которой в переводе означает «молись, что будет все хорошо». Муж сказал, что я выгляжу как та девка в «Изгоняющем дьявола». Я даже положила всю молочку на верхнюю полку в холодильник, и поэтому теперь не могу достать ее с ногами за головой. Но я ослабла и начала сбивать вещи с помощью метлы. Что мне делать, Рид? Не беспокойся, дитя. Мы все слабы. Особенно ты. Закрой рот, постоянный. Почему бы тебе не пойти не покрыть хоть как горилла, вагла? Наши предки не ели куриных крыл, как они были в единственную природу, и никто не делает. Дырили в диете ядовеков, ягод, листьев и овощей. А еще они бросали камни в свою тень и умирали от страха и старости в 24 года. Лазло, туса, вечно. Но дай мне ответить на вопрос. Когда у меня неприятности, или я сталкиваюсь с искусением в виде светских столов с горами сочного бекона... Принесите бекона! Лазло, я говорю про самую базу.
Я начинаю день с фруктового напитка, немного медитации и 6 часов йоги. Затем я открываю мой магазин, сегодня и дзен, и выпиваю литр свежевыжатого вручную картофельного сока. И кто после этих слов даже посмотрит на стейк? Так, дозвонившийся ты на Chatterbox с Ридом Такером. Здорово, Рид! Я обожаю фильмы про кунг-фу. Как мне научиться дубасить сразу десяток человек? Так, мужик, для начала ты должен остановить свое негативное мышление. И как я выяснил, лучшая атака — это просто убежать. Так ты вселишь страх в своего противника. Он не знает, когда ты можешь обрушиться на него с потолка, как летучая мысль. Я не хочу убегать, битофу не хочу. Я хочу научиться быть ниндзя и натирать зад. В общем-то, я писал об этом в своей книге в главе 45 «Подарь свои предрассудки». Видишь ли, давным-давно я думал так же, как и ты, пока мой учитель не взял меня под свое крыло и не научил меня радостям соя и орега. Концентрация начинается в уме и распространяется на все конечности тела. Ты должен использовать язык тела, а не языка. А язык тела начинается с целых органических овощей. Посмотри на меня, я могу разорвать телефонную книгу пополам носком ноги. И знаешь, Лазло, я уверен, что смогу легко расколоть этот стол на две половины. Этот стол сделан из композитной древесной массы, обит фанерой под красное дерево, имеет 3 ящика и стоит под $100. Но Рид Такер собирается разнести его на две половины. Рид, давай. Дамы и господа, я уже представил этот стол в виде 2 половин, и сейчас я это воплощу. Драконий танец. Кия! Лавла! Лавла! Мне кажется, я сломал руку. Мой мизинец странно выглядит. What I want, play, watch.